выхожу из Сбербанка. Буду сегодня для людей с ограниченными возможностями подъемник в Сбербанке. Ну, а я вас приветствую, мои зрители. Сейчас пройдемся со мной по улице Карла Маркса. У нас брусничку продают. Ягоды, ягоды. Очень ожидаемый тут место. Ну, а я передвигаюсь в центр города. Улица называется Карла Маркса. Морская организация здесь немного машин. Дождик прекратился. Хорошо, тут такую прям мощную стянули. Затерялся такой маленький сквер. Мы же даже не все о нем знают. И здесь есть памятник Папанину Ивану Дмитриевичу. В честь него названа улица ближайшая. Дважды герой Советского Союза, полярный исследователь. Он является почетным гражданином нашего города. Сюда мы заглянули. Ну, вот теперь пойдем дальше. Даже солнышко начинает выглядывать. Прогулка будет интересной. Северный шиповник. Бывают такие крупные экземпляры, а то еще мелкие. Созрел у нас шиповник тоже. Тоже стекает вниз. Здесь все закрыто. А раньше здесь было бюро путешествий, экскурсий. Ни в одно путешествие мы отсюда выезжали. Крутя дождя для ремонтных служб. Оригинально. Палатка. Здесь вот здесь все снег, дорогу, это будет порядок. Дается целое здание. Ремонтируют старинное здание. Очень красивое оно. Ну, сейчас разведки здания. Красивое сооружение. Оно было в полуразрушенном состоянии. Сейчас приводит в порядок. И станет украшением нашего города. Говорят, что в военное время тут был госпиталь. Много зданий связано
Большой газа. Это здание Росгеология. Это такое затишье. Отремонтированная школа, гимназия номер 5. На улице Карла Маркса. Улица Карла Маркса замыкается в бассейне. Там вот вдалеке. Видите? Находится наш центральный роддом. Раньше такого не было, а сейчас вот как все обустроили. Можно посидеть в ожидании и организовать какую-то встречу. Само здание нарядное. Молодые родители, бабушки, дедушки проходят через такие символические ворота. Их часто украшают шариками. Вот, вот такой бэби тут. И от шариков остались серпантинки. Ну что, очень даже мило. И вот само здание. Очень зелень немного. Мелочи приятно. Вся центральная часть города в таких лесах. Все обновляется, ремонтируется. Это второе дыхание у города. Это все правительственные здания города, области. Тоже все в ремонте. Якорь следопола Ермак. Как это называется во льдах? Это у нас следопол. Северный сувенир. Там за стенами наш центральный стадион.
подхожу к окончанию улицы Карла Маркса. Вот как преображается тут моряков. Яркая, насыщенная рассветка. Здание просто какое-то яркое пятно украшения нашего города. Миски повеселели. Ну а это тут Челюскинцев. И у меня тут встреча. Здравствуй. Это машина. А, Света? А я не вижу ее. Нет, машина просто. А, Светусечка, привет тебе большой.